Я снимаю для Юкук видео. Рецепт кофе по-японски, про который японцы, скорее всего, ничего не слышали. Нам понадобится какао-порошок, заварной кофе, сливки и джезва. Завариваем какао. 1 чайная ложка какао-порошка на 50 мл воды. Можно залить какао-порошок сразу кипятком, я же довожу до кипения в микроволновке. Теперь кофе. 1 чайная ложка молотого кофе и 50 мл воды. Туда же доливаем какао. Ставим джезву на огонь, доводим содержимое до кипения. Теперь сливки. У меня сливки домашние, им нужно дать растаять при комнатной температуре. У домашних сливок есть такой недостаток, когда они тают, у них появляются отдельно плавающие капли жира. Чтобы от них избавиться, нужно взбить сливки в кухонном комбайне. С покупными сливками из пакета так делать не обязательно. Пока взбивали сливки, наша кофейно-шоколадная смесь дошла до кондиции. В чашку, предварительно ополоснутую кипятком, чтобы согрелась, сначала наливаем кофе, затем добавляем сливки. Вся прелесть этого напитка в том, что в нем нет основы. Какао, кофе и сливки взяты в равных пропорциях, гармонично дополняют друг друга. Приятного кофепития!